И всем привет, дорогие друзья, с вами Зенис, и это уже третья серия выживания с модами по Майнкрафту. Ну, знаете, я думаю переименовать этот плейлист с выживания с модами по Powercraft'у. Ну, как скажем, как будет. Ну, у меня, по крайней мере, на фотографиях будет написано Powercraft. На фотографиях над этим летсплеем. Так, ну что, я уже не помню. Не, я помню, на чем мы остановились. Мы остановились на начале этой серии. Так, ладно, сколько сейчас времени? Так, солнце поднимается, значит, еще утро. Так, как помните, в предыдущей вроде бы серии я и поменял жителю. Ну, не знаю, может, сейчас найдем этого жителя. Ты не тот житель? Нет, ты не тот. Короче, 20 пшеницы на 3 изумруда. Вернее, на 1 изумруд 20 пшениц. И я так поменял, получается, 60 пшениц на 3 изумруда. Нет, это не он. Это ты? Нет, не он. Так, ладно. Ну, чем мы займемся в этой серии? А займемся мы в этой серии тем, что будем в шахте, да? Мы будем в шахте. Так. Наверное, так же я буду на шахте. Короче, я поставлю на паузу и буду рыть. Я остановлю и верну, вернее, запись только тогда, когда что-то будет эпичное. Так, ну и что, я снова вернулся, потому что у нас уже 13-я высота, да. Как видите, у меня кирка снова установилась, на самом деле она не установилась, она у меня сломалась, и я пошел скрафтил себе еще, ну как, 3 кирки, потому что та сломалась. Так, больше я ничего не делал. На паузе, я имею в виду. Ну, я, вернее, делал, я до 13 уровня докопался. Ну, а теперь, я думаю, наверное, даже до 12 докопаемся, а потом пойдем по сторонам. Все. Идем по сторонам. Ну, как вы можете видеть, вейпоинт какой-то. А, я уже забыл то, что у меня здесь вейпоинт-то был, где у меня ущелье. Ну, да-да-да. Так, я это говорил в первых сериях. А, кстати, бывает за... Это же... это пещера. Да-да-да. Это супер-мега-эпично, но... У меня есть одна стрела. Хотя, нет, давайте с мечом. А, нет, не очень эпично, маленькая пещерка. Хотя, знаете ли... Ну да, маленькая. Не очень-то уж особо и большая, но все же. Да, анимация у меня отключена. Так. Ну зато здесь есть железка, наверное. Если его будет достаточно, тогда скрафтим себе еще броньку. Ну, по крайней мере, на поножи уже достаточно. Или не на поножи. Это что, ботинки, да? Наверное, уже достаточно будет. Я не буду уже рыть под себя, как это было в первой или во второй серии, где я упал на спайдера, на паука, то есть. Так, ладно. Все подобралось. Так, 5 железной руды. Так, на эту букву. Не, да, я знаю, что будет слиток, но давайте дальше. Так, из 5, именно из 5. Что можно сделать из 5 из броньки? А, ну вот, да, если я шлем сделаю. Окей, не вопрос, сделаю себе шлем. Так. Хотя, знаете, мне кажется, уже... А, так у меня же еще дома 2 в сундуке железа. Уже будет у меня 6 сейчас. И... Уху! Есть еще железо. Так, копаем под собой, хотел сказать. Покопаем. И в итоге у меня 11, да еще плюс 2 дома. Это получается 14 железа. Так, окей, уже можно сделать броньку и получше. Так, ну давайте уголь еще выкопаем. А, кстати, да, вот у меня, ну как стоит, мод по Powercraft'у, как можно сказать, самый главный. Ну такие, как я имею в виду, трикопитейтер, который маленький. А как, у меня уже инвентарь забит, так что если я сделаю Big Compressor, он делается легко с помощью 6 рычагов и 3 сундуков. Или можно из 3 маленьких компрессоров. Маленькие компрессоры делаются из 4 рычагов и 1 сундука. Ну, это будет в плане рычагов...
Короче, лучше сделать сразу большой, чем из трех маленьких. Вы поняли? Так, окей. Редстоун. Я не могу его выкопать. У меня каменная кирка. Каменная кирка, как известно всем, редстоун выкопать нельзя. Так. Где я вошел вообще? Я же здесь вошел. Эй, люди, где я вошел? Ну, я помню, там земля была. Да, вот здесь я вошел. Давайте копать дальше. Что я слышал, зомби? На улице день. Ну, все равно оттуда зомби не могли бы. Короче, ладно. Кстати, да, у меня отключен такие настройки, то, что звуки из игры слышат, так что вы, наверное, этого не слышите. Бандигами, то есть, у меня отключены такие настройки. Так. Ну-ка. Я не вижу никаких здесь зомби. Так, отлично. У меня Майнкрафт лагает. Мне что-то вообще не нравится. Так, окей. Я не знаю, что даже сказать насчет этого повода. Ну ладно, я, наверное, остановлюсь, когда найду только алмазы. Начну дальше копать. Чё? Я с собой железо, оказывается, взял, которое у меня было в сундуке. А, ну ладно, в общем, у меня, значит, получается два железа с собой даже. Ладно, можешь подняться наверх. О, там, кстати, темно, ночь. Да, но я на это буду без записи подниматься, а то, ну, вы знаете. Так, ну вот я снова здесь, уже на подходе домой. Так, житель, как всегда, тут. И, как всегда, нужно убирать эту педаль. А то какой-нибудь житель станет сюда, и дверь откроется, и зомби войдет, и всех жителей убьет. Да, коробка? Да. Кстати, нужно сундук еще положить, всякую фигню, которая у меня есть в инвентаре. Так, давайте скрафтим три этого сундука. Так, окей, не хватило досок еще. Так, три сундука есть. Теперь осталось рычаги. Рычаги нужны. Палки, да? Там вроде бы 6 рычагов. И получается нужно 6 палок. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну ладно, пофигу. Так, и... у меня уже места в инвентаре не хватает. Что ж ты будешь делать? Биг компрессор. Будешь у меня вместо этого забора? Ну и что? Вот он, биг компрессор. Нажимаем. Я же не подобрал ее. А, у меня места в инвентаре нету. Окей, нажимаем правой кнопкой... И держим биг-компрессор в руке. И у меня открывается этот сам биг-компрессор. Ура! Первая вещь сделана из мода Powercraft. Наконец-то. Так, давайте, кстати, поставим железо плавиться. Древесный уголь. А, железо. Железная руда, вернее. Так, сюда уголь. А, нет, вернее так. Уголь беру. Сюда уголь ставлю. Забираю древесный уголь. И сюда тоже древесный уголь. Так, так, давайте положим этот у меня биг-компрессор, в нем будет лежать всякая фигня. Хотя у меня всякая фигня и сундук тоже может поместиться. А, ну да, у меня здесь так всякая фигня. Так, значит, сюда забор положим, он мне не нужен. Так, и еще, кстати, нужно... С собой же я не буду таскать алмазы, когда я их добуду, да? Так, что... так, нужно сделать еще один сундук для, можно сказать, моих таких вещей, как айрон, то есть железо. Там другое. Ну, короче, ладно. Я сейчас уже заговариваюсь, не знаю, о чем говорить просто. Так. И поставлю я этот сундук. Ну, давайте прямо сюда поставлю. Что тут говорить-то? Так, это еще. Что у меня еще есть дорогое? Да, вроде бы ничего. А вот в этом биг-компрессоре у меня будет вся еда. Даже гнилая плоть. Пшеница тоже. И так, еще мне нужно скрафтить себе хлеб. Блин. Хлеб. 11 пшеницы. Так, сейчас скрафчу себе хлеб. Так.
Все, осталась одна пшеница. Вернее, две пшеницы. Нужна была одна пшеница, так можно сказать. Так, ладно. Вроде бы как биг-компрессор ты мне помогаешь. Кстати, слышу, как дверь выламывают. Ну, я играю на легком, так что меня это может не волновать. Лишь бы зомби через дверь жителей мы их не убили. А так, в принципе, мне может это не волновать, как я уже сказал. Так, интересно, будет ли гость, я имею в виду зомби, в этот дом? Так, кстати, этот же житель, он же здесь ходит, его могут в любой момент заразить. А, ладно, он все равно... Хоум. Все равно торгует не так. Не тем, что мне интересно. Так, ладно, у меня, в принципе, бронька есть, могу и выйти. Так, скелетон. Так, минус один. Ну, это скелетон у меня. Так, здесь арбузы. Ой, тыквы еще не выросли. Так, почему здесь будет зомби больше всего? Вот именно... Зомби-житель! Какого жителя заразили? А, кстати, возможно, что это зомби-житель. Они же тоже сами могут спавниться. Не обязательно, чтобы это заразили. Так, ну ладно, чё там, спайдер? Ну, вроде бы я не слышу, чтобы тут еще бы... Ой-ой-ой, лучше убрать. Или, по крайней мере, этого жителя отсюда увезти. Житель, иди ко мне, иди. Корова, уйди. Да не... Ладно, пофигу. Так, кстати, коровки. У меня как раз было две пшеницы. Я могу сейчас... да, вот две пшеницы. Это как раз будет... Давайте. Ну все, было три, стало три. Не обращайте внимания, ничего здесь не изменялось. Житель, давай выходи. Все, молодец. И больше не туда не заходи. Прошел мимо так. А, ну это, видимо, их они лагают из-за этого. Так, ну ладно, я больше. Да, больше никого не слышу и не вижу. Я имею в виду из мобов. Так что, кстати, у меня жителей много. Может быть, найду и того, с кем я торговал в предыдущий раз? Нет, житель, значит, тот, с кем я торговал в прошлый раз, сейчас в другом месте. Так, ну ладно. Оба-на! Опять где-то долбят. И опять это на башне, да? Я угадал? Эй! Алло, зомби? Где вы долбите? Подождите. У меня карта показывает... Ну как показываю? Так, там еще есть домик. А, ну вот, это я как раз у него и нахожусь. Так, я не понял, где зомби-то? Где двери выламывают? Ау, люди. А, вот, башня. Так я же не видел их. А! Там еще много зомби. А, у меня лагает. Я лагающий Денис. А, скелетон. Да я к тебе хотя бы подберусь. А, да ну, что за фигня? Я скелетон даже подобраться-то я не могу. Ладно, пойдем в тыл. Я краем глаза еще видел то, что здесь зомби. Да, угадал. Здесь тоже, здесь даже их... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ждем спайдера. Или не будем его. О, здесь даже скелетон, да иди ты нафиг. Так, все, я убил скелетона. Так, где-то здесь был спайдер. Вот он, спайдер. Там еще один скелетон. Да пошли вы нафиг. Так, спайдер, давай, давай. Все, спайдер готов, скелетон. Там еще скелетон. Давай, сдохни ты. Так, окей, и здесь еще два зомби. Кстати, я почему не сплю? Я хочу сейчас опыт себе набить зачем-то. Да, серьезно, зачем-то? Зачем мне нужен опыт? Ау, нужно спать ложиться, а не страдать. Тем более, как у меня уже броньку немножечко повредили. Ну, здесь немножечко, что здесь? О, бедная коровка, ты умрешь. А, нет, не надо, мне нужно достать до восхода солнца. Мне нужно заснуть до восхода солнца. А, кроватка. Фух, я успел, и я сплю. Офигеть, то есть всю ночь я сейчас поиграл, да? Так, ну ладно, это был первый день. Так, пошлите опять буриться, да.
Это будет очень долго, поэтому поставлю, как всегда, на паузу. Так, и все, я уже внизу. Так, как видите, я поднял здесь потолок немножечко, чтобы когда я спускался, ну, мой чел не стукался головой об кверх, об потолок. Ну, он стукается, он замедляется, хп-то у него не сносится, это, конечно. Так, ладно, копаем. Наверное, знаете, я вот опять на паузу поставлю и буду копать просто в одну сторону на паузе. И когда найду что-то мега-эпичное... Почему я так стал говорить, не знаю. И когда найду что-то, короче, крутое, я остановлю запись. Вернее, восстановлю запись, ну... И... Хотя, знаете, я и так копаю неплохо на записи. А, это гравий, окей, 32/32 текстурпаки. У гравия такая же текстурка, как и в старом Майнкрафте. Ну, знаете, с какой-то версии, я же забыл уже с какой. Уху, я ёжик, офигеть! Так, кстати, я забыл себе броньку сделать. Так, мне нужно поесть. Да, мне нужно поесть. Так, мы поели. Возьмем биг-компрессор, положим сюда всякую фигню. Паучий глаз, гнилая плоть, сырая говядина, стейк. Так, так, то, что мне не нужно. Кость, нажимная плита, палка, дубовые доски, дуб, земля. Так вот, и гравий. И... Не, стрелы оставлю, чтобы обороняться, так скажем. Эй, что за фигня? Почему я... Почему? Ну, все положил. Так, и... Так, и сюда... Да что за фигня? Почему так лагать стало? И нитки тоже мне не нужны. И того, так. Ну, в принципе, у меня, когда кирка сама стачивается, у меня автоматически берется кирка, так что можно их не ложить. Так, кирка, да. Что за фигня? Вы только что видели. Нужно ждать время какое-то. Да, я нахожусь, потому что в биг-компрессоре. Логично то, что он мне не берет биг-компрессор. А, это лагало из-за того, что я был в биг-компрессоре. Ну да, 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 теперь я понял. Так, беру булыжник, специально стак, чтобы вдруг закрыться. Так, ну что, продолжаем копать. Кстати, уголь хорошо, потому что у меня как раз уже факела заканчиваются. Так, там гравия не будет дальше. И, кстати, мне нужна еще лопата, да. Лопата тоже у меня заканчивается. Что? 7 всего лишь блоков можно выкопать ею. Ну ладно, что ж, будем ждать. То, что у меня лопата тоже заканчивается. Кстати, меч. Офигеть, как так же золотой меч у меня бы давно закончился. Железный меч так быстро заканчивается. Ну ладно. Так, будем копать. Шахту здесь себе рыть. Может быть, даже найдем пещеру или реальную шахту. Ну ладно, неважно. Ну как неважно. Важно, конечно же, чтобы я что-нибудь стоящее нашел. Например, алмазы или еще что-нибудь. Так, ладно, что, копаем. Кстати, странно то, что я алмазы не нашел. Обычно, когда... Ну, вот у меня, наверное, раза три было то, что я спускаюсь. Так, подожди, зомби? Ну, короче, то, что... Так, где-то здесь рядом пещера. Окей, буду знать. То, что у меня нету кирки, как она называется, каменной. О, вернее, железной. Золото. Так, ладно. Будем буриться в другую сторону. А, нет, у меня же не получится. У меня же в другой стороне это, шахта. Ну, небольшая пещерка, можно так сказать. Ну, ладно, тогда будем тут буриться. Так, кстати, у меня факела закончились. Биг-компрессор. Дай мне помощь. Так, окей, скрасим все 4 факела. Ой, что за фигню я сделал? Так, окей, продолжаем дальше буриться. Сегодня такая будет чисто шахтерская серия. Ну, ничего страшного. О, боже. Я знаю, как с этим бороться. Может быть, многие знают этот баг, но кто не знает, я сейчас вам помогу. Когда гравий так падает, ставьте факел. И, по идее, весь гравий должен об него рухнуть. Сломаться, то есть. Ну, ладно. Так. Вот так вот.
Так, ладно, что ж. А здесь гравий еще на... Нет, лучше так копать. Эй, а это баг? Чё за баг? Почему факел держал? Не, я знаю то, что факел держит, по идее. Если поставить, например, факел, и смотрите, и на него гравий. Если поставить именно гравий именно на факел, то, блин, да чё я на все кнопки нажимаю? И получается то, что факел держит гравий, даже если под ним блок сломать. Вот, получается, факел держит. А вот если именно поставить во время падения гравия, то, по идее, гравий должен сломаться. Так, ну ладно. Продолжаем копать дальше. Кстати, что у меня здесь было? Топор был. А, ну да, он мне не нужен. Так. Ой-ой-ой. Так, поставим здесь факел сразу же. Прикольный баг. А, давайте сделаем потолок 2, получается, на 2 блока. Это меня этот гравий бесит. Да, все, его здесь нету. Что за фигня? Что за лаги? Так, ладно. Продолжаем дальше копать. Продолжаем. Продолжаем копать. Копаем. Ставим факел. Опять копаем. Так, и надеюсь, я в этой серии найду алмазы. Мне по-любому нужны алмазы. По-любому. Мне нужны алмазы. Так, опять уголь, но мне нужны алмазы. Так, окей, у меня получается одна кирка целая осталась, а это сейчас уже скоро сломается. Это плохо. Это очень плохо. Так, давайте скрафтимся факела. Биг компрессор в помощь. Так. И биг компрессор лагает. Это плохо. Ну, ладно. Ну как? Нужно нажать на блок и подождать несколько, наверное, секунду, чтобы он взялся. А если отведешь, то он не возьмется. А вот так-то, видите, у меня все на самом деле нормально. Это в биг компрессоре у меня лагает. Так, ладно. Давайте скрафтим себе 8, фак 8 факелов. Хотя нет, давайте больше. А, так у меня же в биг компрессоре есть факела. Ну, ладно. Так, ладно. Вроде бы на колесико, да, и у меня все сортируется. Клавиш сортировки R. R. О, все сортировалось. Хотя у меня и так было сортировано, только топорик поменяли местами. Ну, в принципе, мне топор и так не нужен был, так что, ну ладно, давайте продолжаем копать дальше. Мы копаем. Копаем и копаем. Я все до сих пор под пустыней. Хотя, знаете, нужно, наверное, на эту сборку мне самому другую карту запилить. Хотя, нет, я не хочу это делать. Мне эта карта больше нравится. Но просто дело в том, что та карта, она, если я сейчас глубоко нахожусь, она сфокусируется на мою высоту и будет показывать пещеры, а не вверх. Но зато мне так часы не нужны. Так, ладно. Копаем мы, копаем. А, кстати, вот по Warcraft, вот этот мод еще делает то, что золото же, она, по идее, не нужно в Майнкрафте. Ну, вы, конечно, можете сделать броньку, можете сделать инструмент, но они очень быстро кончаются, и они вообще, можно сказать, бесполезны. А вот по Warcraft, вот могу вам показать сейчас некоторые по Warcraftские штуки, ну, вернее, как некоторые. Вот, например, вот, шифер. Или PC шапит. Короче, он крафтится с помощью вот золота. Ну, нужно золото, и вот мне кристаллы очень сильно нужно позарез. Тут золото не нужно. Так, сейчас просто так, во, опять. Нужно золото. Ну да, золото нужно здесь. Ну, то, что я говорю, то, что здесь нужно золото. Вот, кстати, вот. Вот, харвестер. Давайте сейчас крафтим 2 раздатчика. А, вернее, даже, да, 3 раздатчика, получается, для меня нужно. А, мне нужен еще, получается, редстоун. Он же работает сигналом редстоуна. Короче, я вам объясню работу Харвестера. Кстати, у меня ночь на улице. Да, наверное, в этой серии мы побурились, а в следующей серии мы сделаем Харвестер. Да, в 4-й серии, я вам пообещаю. Ну, в общем, ладно, все. А я вам говорю, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Денис. Всем удачи, всем пока!